Такой симпатичный Huawei у нас получился после замены дисплейного модуля. Черно-белый. Несложную замену которого дисплейного модуля вы сейчас посмотрите. Кодовое название телефона. Приветствую, друзья, всех. Сегодня у меня Huawei Honor L09. То есть, ты уже сказал кодовое название, так модель называется Huawei Honor 8 FRD L09, модель кодовое название телефона. Это у меня в руках его дисплейный модуль. Стоит он 28 евро. Телефон на сепараторе, разогревается для того, чтобы снять заднюю крышку. Там, блядь, можем его не греть, походу ее уже снимали, возможно, для того, чтобы поменять дисплейный модуль. Да, ее явно снимали. Аккуратно шлейф. Включаем тело. Ни разу не менял еще, вроде бы, поэтому не знаю, что они тут напутали с винтами, не напутали. Тут уже два вида вижу. Черные, длинные, сверху. Затрудняюсь сказать в данной ситуации, правильно ли это, потому что в оригинале не разбирал, может, и напутали. Хуже нет после кого-то разбирать телефон, потому что мало кто ставит винты на место. Обычно все путают, не заморачиваются. Thank you.
От чего и возникают потом проблемы. Достаем слот, сим-картой. Тонкая рамка. Теперь можно отстегнуть батарею, подстегнуть дисплейный модуль. Один кабель. Вот он у нас дисплейный модуль. Включаем. Требует код. Похоже, рабочий. Включаем. Долго включается аппарат. Можно ставить. Вытаскиваем батарею. Что его переклеивали, я не думаю, что он сильно заклеен. Попробуем вытащить так. Вот как я угадал. Можно не ставить на сепар. Вообще никаких наклеек на нашем модуле не стоит, поэтому переставляем подсветка. Тут всяческие драйвера, разъем тачскрина. Тоже переставляем. Верхний динамик.
убираем все лишнее. Модуль был поставлен на такой же клей, на который мы сейчас будем ставить. Очищаем поверхность. Очищаю изопропиловым спиртом. Боюсь, тут помимо клея еще и суперклей добавлен, потому что это явно не B7000, а не 8000. Давайте прикинем, как он будет, как он ляжет. Лег нормально, в пазы полностью садится. Можно ставить, если вы заметили, ставить будем черный. Клиент в курсе. В данном случае 45 евро я беру за все. Дисплей стоит 28, как я уже сказал. Ну все, промазываем клеем. Промазывать будем дисплейный модуль. Салам алейкум. Ола. Диме. ¿Extienda Pakistani? No. Perdón, ¿no? Ошибся дверью пассажир.
запускаем. Батарея. Включаю сепар. В финале поставим на сепаратор. Не знаю, куда закрутить последний черный длинный винт. Туда же, куда и был, наверное. Все, крышку тоже сажаем на B7000.
Все отлично. Ничего не торчит. Итак, финиш. Ставлю дисплеем на сепаратор. Температура стольник. 1 минута. И потом после этого ставлю на зажимы минут на 10. Телефон остывает. И все готово. Можно давать клиенту. Всем спасибо за внимание, друзья. Это был Huawei Honor 8 FD FRD L09. Будьте на связи. Всем мира. Удачи!